Москва-столовая «Детройт». Владельцам садово-огородных участков и фермерам наверняка знакома свекла-столовая сорта «Детройт». Почему так популярен этот сорт в народе? Все просто. Корнеплод красного цвета имеет универсальную округлую форму и гладкую кожицу. Темно-красная мякоть этой свеклы не имеет кольцеватости. Поскольку культура отличается стабильной высокой урожайностью и хорошо переносит холода, а также является устойчивой к цветушности, ее семена часто спрашивают в магазинах и хорошо покупают в интернете. Этот среднеспелый сорт хорошо хранится, а масса каждого корнеплода 250-300 граммов. Применять его можно для любых целей, будь то консервирование, приготовление вторых блюд или салатов. Свекла отлично запекается, где Детройт проявляет высокие вкусовые качества и дополняет блюдо особой яркостью и насыщенностью. Потому сложно найти более универсальную столовую свеклу. Преимуществом сорта является его пригодность для раннего выращивания. Таким образом, используя сорт Детройт, можно получить ранний урожай свеклы.